told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Wow. As you fade away, yeah, 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 yeah. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. Did you wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you stick it by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Нашей очень длительной экскурсии, она длилась примерно часа три. Вот так прошли наши выходные, в принципе. По плану у нас еще по дренажу чуть-чуть сегодня помонтировать ложек, покушать, да, и все, в принципе, да, выходные на этом закончатся. И опять начнется рабочая неделя. Вот так вот и получится. Сейчас мы возвращаемся домой. Сидя на вот этой коробочке. Вот так вот. Народ замерз из-за дождика. Вот так вот. Так и получается. Let's go. Хорошо. Иди смотри свои мультики. Я забыл. Мы отдохнули. Сделали второй микроцикл. Или скольки? Четырехдневный цикл. Уверен? Или скольки? Поход, дело, силовая, поход. Четырехдневный микроцикл. Получилось 27 часов. Получилось 27 часов за 4 дня. А за прошлые 9 дней? 23 часа? Ну, без игры.
23 часа. За 9 дней меньше получилось, зачем за 4. Вот. Даже есть некая такая информация по километражу. Вело мы прокрутили 437 километров. Бег 177 километров. И всего у нас получилось за 14 дней 615 километров. Ну, нормально. Добавили. А за месяц? За месяц. Главное вернуться в Екатеринбург, отдохнуть. Главная задача перед сбором. Че? Не. Ну, 700 максимум за месяц. Ну, там немного. Ну, 700. Ну, к 700. Ну, 700 километров с мая собрать, это, я думаю, нормально. Нормально. 700, 700. За 15. С месяц, с месяца. Сколько 800? 700. Четыре раза повторил. Четыре чё? Все, иди. 52 часа, короче. 700 километров. 52 часа за месяц? За сбор. 52 часа за сбор? Да. Вот так вот. Славчик, Стряпа, я, Ленчик. Ленчик идет, телефон заряжает. Остапи остался еще там, в морском. Хромой. Хрустальный лопнул. Хрустальный лопнул. Длительную не вывез, четырехчасовую. Остапчик наш на финише. Что написано? Реал чемпион, запомните это раз и навсегда. Лига чемпионов, финал. Реал чемпион. Вот ты по-любому это все ставишь, да? Реал чемпион. Ливерпуль домой. Да? Июнь начнется с маленьких нагрузок, скорее всего. С динамовских нагрузок. Вот. Всем до встречи. Всем пока. Савчик. Чисто вставь вот это вот все. И все, заканчиваю.